Друзья, я скотина, точнее не я не скотина, просто я забыл врубить микрофон. 500 хп нам дали, представляете, ну ёп, ну что ж мне так с микрофоном-то не везет, то он сам вырубится, то блин, а мне его приходится врубать. Так, компания у нас есть? Я не пойму, где у нас компания? Где компания? Куда идти-то? Может, отсюда свалить нужно? Так, и тут у нас... Чему? Я же обучение проходил, там надо было так прыгать. Да, кстати, я вам тут сообщал немного информации, которая в итоге не записалась. Блин, впредь надо быть внимательным, реально. Извини, дерево. Так, куда нам теперь-то? Я хочу компанию выполнять. Я понимаю, конечно, дополнительные миссии это тоже круто, но мне кажется, без компании, конечно, это... Может приблизить как-то? Может вот это, не знаете, задание Золотого Пути. А, вот, да, компании для Золотого Пути на большое количество очков опыта. Да, это есть это задание, но прежде всего нам нужно полететь вот сюда. Так, подождите. Нет здесь нигде аванпоста какого-нибудь. Так, тут зверюшек пока не показывает, да? Смотрите, можно, в принципе, и сюда долететь, вышку расфигачить. Так, а почему животных? Вот они, да? А, вот вышка-то показывает с колокольни. Так, ну давайте тогда полетим сюда. Может быть, слышите, как лучше-то. Неохота, конечно. Ну ладно. Мне вот этот зверюк нужен. Ладно, летим туда. Сколько нам? 1500 километров. Так. Хорошо, что я нажал Escape проверить, работает ли мне микрофон. Я думаю, нам... Смотрите, как карта под нами быстро. Ну, мини-карта вот это, видите, как она быстро движется. Кстати говоря, у нас здесь... А, у нас здесь быстрое перемещение есть. Но вы знаете, в чем фигня? Фигня в том, что я не хочу бросать свой вот этот прекрасный аэроплан. Так что давайте... Я даже не знаю. Ну, пока полетим. И нам бы еще нужно в магаз зайти. Во-первых, сейчас мы замочим животное. Возьмем, купим снайпер. Потом плюс продадим. Так, еще раз простите, извините, что я сейчас отвлекаюсь. Но мне нужно посмотреть, что... Вот, бумажник. Эти вот нахуй или что такое, ослы какие-то. Вот, еще нам нужно вот этот олень и с метательным оружием. Вот. И носорог. Ну, носорог это вообще задница, если мы его будем мочить, так это только с гранатами. Если так, то гранаты же, они же сами знаете. Взорвешь гранаты, то... Заложника спасем. Нет, давайте по-бырому сейчас спасем его. Да, сколько там, кстати. Подождите, а что они его мочат? Прикрой, перезаряжаюсь! Ё-моё. Орла, что ли, мочили? А чё их так много-то? Мне надо выпить, чтоб его. Где тут еще-то можно? Я такого не ожидал. Ё-моё. Камешек, камешек, камешек. За новый герой! Нет, нет, пожалуйста, только не убивайте меня. Прикрой! Живо, живо! Продолжайте вести огонь! Только бы они его не замочили. Ладно, давайте сделаем вот что. Сейчас мы его... Прочесать местность. Ладно, будьте начеку. Мы не знаем, что там. Не хотят сюда идти, что ли? Я знаю. Так, по гренам что у нас? Будьте начеку. Давай, Игорь, думай, что делать.
твою мать, слинял. Так, ну чё, будем? Что это? Давай, поболтаем. Внимание! Может, просто ветер? Да, ветер идет, конечно. Что же еще? Так, ну ладно, давайте посмотрим, где у нас там заложник. Не знать бы, где заложник, а. Так, ну чё, чё, давайте сюда тогда продвинемся. Неохота просто, чтобы завалить. Задание это как бы. Дополнительное задание. Так, а мне бы знать, где заложник, а? Где же он там? Или нет заложника, подождите. Точно ли? Что тут надо делать-то? Мимо меня не прошло. Я, по сути дела, могу их сейчас замочить приемом своим крутым. А может и нет заложника-то, в принципе. Так что давайте. Пусть попробуют проскочить. Может быть, вот этим. Ну что, пробуем, как вы думаете? Давайте. Вижу движение! Ого! Всех троих! А, вот он. Нет, подожди. А, замочили, что ли, заложник? Или чем прикол? А, все, ясно. Блин, круто! Крутая функция, я его хорошо что прокачал. Правда, говорю, не до конца вник в нее. И, кстати, вот я видел пулемет этот, но... Очень тоже крутой, на мой взгляд. Ладно, давайте по-бырому побежали. Так, куда нам здесь надо? Я забыл. Блин, потерялся я немного. Вот сюда куда, да? Так, что с птицей переполнен, да? Так, вот он. Да, на карте видно. Круто, что на карте отображается все. Погнали. А, да. Так, ну все, нам, в принципе-то, 700 метров мы... Так, это кто там? Поросята, видимо, да? Нам, я знаю, вепрь нужен. Собственно, туда, куда мы летим. Вот этот зверек нужен. Хорошая штука. Так классно, видите, оп, приближается, отдаляется. Оптический эффект. Ну все, сейчас бомбить будем их сверху. Шучу, конечно же. Вот здесь уже, кстати говоря, по карте у нас... А, да, нам еще чуть-чуть пролететь. Подальше просто полетим туда. Вот. Вот мы и прилетели. Не распугать бы их. Вот это единственный минус, конечно. Это оружие. Ой, не оружие этого. Самолет, да, мы примерно в этой области, поэтому давайте снижаться. Вообще сверху бы их посмотреть, честно говоря. Да, хорошая идея, но, блин. Я же не вижу никого. Наверняка от мотора разбегутся же, нет? Смотрим. Хорошо, тут бензин не кончается. Уж я их всех перебил. О-о-о, вижу. Хоть это нахора или олень, все равно круто. Да, быстро замечаем их, засекаем. И вот там еще один где-то побежал. Нет? Да, вон он. Все, бежим за ними. Блин, только далеко от этого неохота улетать тоже. Убегать, точнее. Крутичка там. Так, ну что, давай, ты мне один... Опа, а там еще даже несколько. А вот нахор мало достаточно. Ну что, будем их... Давайте с дробовика попробуем. Правда, близко подходить нужно, но если что... А, Н. Нет, пожалуйста, как сесть вот так? Даже вот еще один. Твой дивизию, орел. Сраный. Так, стоп.
Сейчас. Куда же вы так спешите-то? Я ж нажал! Какого фига это было? Где долбанный? Вот он. Там еще будет. А! Рюкзак переполнен. Ладно, давайте выкинем что-нибудь. Прогресс. Коллекции. Блин, охота выкидывать. Ну ладно, давайте. Я не знаю, что выкинуть. Вот это давайте выкинем. Да, выбросим. Так. Ой. Это шприц, что ли, был? Ну ладно, давайте. Бабах. И все. И... Теперь у нас изготовление. Рюкзак. А, вот, блин, подождите. Изготовление, вот куда надо. Рюкзак. Ой, что я сделал? Ой. Ой. Так, сигнальный ракет. А, ну все. Все. Шкура кабана. Кабана где-то отыскали, не знаю, правда, где. Все, теперь гуляем. Че, где тут еще шкура? Че теперь мы хотели новое изготовить? Что-то забыл. Бумажник и вот кобуру. Блин, пистолет и еще три оружия. А нужно медоед. А кто это такой медоед? Что-то я... Не, я представляю, но, блин, где он тут уж? Так, медоед это какой-то... На хорька немного, по-моему, смахивает. Такой. Я, по-моему, где-то его видел, нет? Говорю, могу ошибаться, конечно. Конечно, я многих животных очень не знаю, я уже говорил. То есть, конечно, не носорога, там, тигра, да, а вот именно, например, медоед, да, там, тапир какой-нибудь, вот, что-то я сюда надо. Вот, надо снять метку, чтобы не отвлекаться. И давайте пока не будем компанию выполнять, а полетим вот куда ближе-то. Давайте, я даже не знаю. Куда? Давайте вот. Сюда. Потому что нам по-любому надо... Если, конечно, я хочу пройти игру за там пару дней, ну, то есть для тех, кто любит просто пройти игру побыстрее и все. А я вот, например, я тоже, конечно, хочу, но, блин, все-таки, ну, все-таки, мне кажется, надо как-то развиваться, там, потренироваться, поизготавливать. А что я закончу игру и каким-нибудь там с одной пушкой? Так, тут перелететь-то можно, я надеюсь? Подождите, а как тогда? Там что ли где-то облететь? Эту гору. Круто было бы на верхушке тех гор залезть. Но это невозможно. Слушайте, а как же тогда? Вот, наверное, нельзя, да? Или подождите, тут должно быть же где-то... Вот тут, наверное, облёт должен быть. Там, ну, блин, это ж долго. Ну, не дольше. Высоко слишком, да? Таким образом даже можно... А в чем прикол? Почему он пищит? Может быть, это не из-за высоты? А что это значит? Перегрев, может, какой-нибудь? Почему мы нигде не писали ничего об этом? Может, территория враждебная, не знаю, почему? Или, блин, объясните, почему пищит?
Давайте посмотрим еще раз по карте, куда нам далеко, в принципе. Далеко. Давайте тогда, не знаю, сюда пойдем. Мы уже сюда ближе даже подлетели, заметьте. Были нам, по-моему, 1300. 1300, если до сюда, то... Тоже 1383, а здесь... 1300... Да, офигеть. Хрен не знает, что такое было, не знаю. Ну там я уже вышку вижу, это видите, да? Я-то вижу. Я-то вижу. Вот мне немного непонятно, как сохранение Far Cry действует. То есть, если я вот сейчас вышку... там захвачу, оно сохранится или нет? Так, а это аванпост под нами, да, походу, сейчас посмотрим. Да, это аванпост, видимо. Ну, для начала мы вышку. Для чего вышки я вообще это делаю? Для того, чтобы находить каких-либо животных здесь новых. Ну, по карте смотреть. Может быть, здесь и есть какой-нибудь недоед. Вот, это нам нужно для увеличения количества там оружий. Прочее, прочее. Может, магазики где-то, магазинчики будут. Сейчас опять это радио долбанное. А это что такое? Тоже, что ли, ванпост? А, походу, дым. Дымом, там еще вышка есть. Круто. Здесь надо осторожней. Там уже стреляет. Ой. Вы не должны упасть. Давай. Как голову разом так. Опа. Без палева не получилось. Ладно, давайте вот эту попробуем пушку. Да, можно было повыше, кстати, не разобраться. А можно вообще пистолет-пулемет, чё я им не пользуюсь. Вон, я вижу один. А, не, это... Хм. В чем прикол? Ага, вот они где. А тут забраться можно было, блин, так и знал. Здесь у нас не должно выйти, не должно быть затруднений, как в тот раз. Можете, пожалуйста, отойти. Такая штука. Чего? Потом, сейчас мне вон задание. А, да, подожди, кошель, что там у нас? Как, что надо сделать-то? Нахуй, блин, это не могу найти, а? Да что ж такое-то? Ну, где-то здесь рядом. Во, прям с этим оленем. А сколько у нас там бумажники? Да, уже все. 500-ку нужно. Ой. Так, куда тут теперь дальше-то? Тут у нас есть. Тут видите, какая пропаганда. Ну, точнее, здесь говорят людям то, что будьте за Пейгана, да. Так, здесь нельзя, да? Ладно. Я так не я, идем дальше. Так, о. Ну-ка. Это еще кто? Это зверюшки. Может, это нахуй? Нет. Нет,
Вряд ли. Ну, ладно. Так, давайте смотреть, как тут забраться. Что-то не очень понятно. Опять какие-то трудности у нас небольшие. А, наверное, внутрь. Да, вот, нет. Да, вон там надо пройти. Так, а как тут пройти? О! Упасть бы. Чем выше, тем больше всяких вот тресков. Так. Вот сюда. Я насчет того, нужно ли здесь... будет ли сохранение действовать, если я, например, сейчас захочу вышку и выйду. Но, как говорится, не попробуешь, не знаешь, да, может так. Какие-то ракеты или что-то такое еще. Хоп. О, да. Супер. Пшеничное поле. Есть банашура. И какой-нибудь логово, нет? Тенькиры! Местоположение обнаружено. Круто! Хо-я! Так, короче, чуть-чуть по карте. О! Нифига нам эта штука. Так, что там было? Открыть карту мира. Круто! Во! Офигеть! Смотри, какая здоровая карта. Ну-ка, что тут у нас? Блин, медведи какие-то. Недоеда нет. Ну ладно, будем искать. Посмотреть бы, блин, на него, а? Для изготовления, блин, нафига нам медведь, кстати. Шкура яка, випря, кабана, медоеда, випря. Вот даже медведи, кстати, нет тут по заданию. Ну, не по заданию, поэтому. Зомбар. Ну, олень такой своеобразный. И все. Да, почему здесь ничего больше нет? Так. Вы, честно говоря, я не помню. Так, подождите, у нас. Да, ячейка закрыта. Медоед, по-моему, уже, да, еще раз забывать, честно. Так, да, медоед. Подожди, точно медоед? Может, медведик? Медведь? Медоед. Так, а вот это кто у нас? Медведь. Не, медоед это, да, такой зверек. Так, ну что, где у нас тут наш... тут, по-моему, прибыли, да? Вы помните, где? Где-то вот там. А, давайте спустимся. Как спрыгнуть? Вижу! Я тебя вижу! Это... Откуда стреляют? Кто палит? Живо, живо, живо! Противник наверху! Я его не вижу! Я сражался! Ты должен сдаться! Обнаружен враг! Круто, набегу, теперь перезаряжаемся. Теперь можем их осмотреть. У нас дофига места. Алкоголь. Ну, что еще ожидать от них? Так, что тут еще вроде можно подобрать? Ну, ладно, не суть. Так, этого тоже посмотрим, что там. А мне бы очень нравится в играх, когда какие-нибудь такие мелочи странные. Ну, например, там, не знаю, помните, Дизон, эта игра, там... персиковые тарталеточки какие-то там, всякие банки какие-то там, лосось там... какие-то необычные такие вещи, там, банка каких-то, какой-то там студень, ну, то есть классные вот эти штуковины все такие прикольные, да. Какие-нибудь записочки классные тоже можно почитать, все это так увлекательно для некоторых, ну, для меня, например, относительно. Так, ну, я надеюсь, сохранение прошло, да. Ну-ка. Так, сколько у нас метров? 544, а здесь... Так, я не отметил. 544, а здесь 300. Ну, сюда быстрее. 370 метров. Это около 15 секунд. Сколько это секунд? Секунд 30. Я думаю, ну... Даже быстрее. Так, ну нам здесь надо слазить пораньше. Ибо чтобы нас не заметили. Конечно, я могу там мясо какое-нибудь устроить, но, блин.
очков опыта не так много дадут, хоть. Все, 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 стоп, стоп. Не очень круто я сажусь. В. Вызвать наемников. Ну, можно, кстати, попробовать, но... Мне аж втихую надо собраться, разобраться. Ну, сейчас посмотрим, сколько их тут. Ой, ё, тяж. Тяжеловес. Собачка. Ну, она на нашей стороне, если мы наведем на нее прицел. Нет. Может, кабанчики? Ну-ка, так. Дальше, вот там еще у нас еще чувачки. Так, идем, 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 идем. Тяжеловесик. Грен нету. Магаз бы сюда. Так, ну что, давайте. Я не хочу, чтобы меня спалили, конечно, но нам нужно взять калашник. И... Да, как же ты меня палишь-то, а? Куда бы залезть-то? Давайте вот сюда. И давайте попробуем освободить собачку. Получится ли, как ты думаете? Как вы думаете? Давайте. Нет. Сейчас запалили. Как вызвать наемника? Стоп, 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 пожалуйста, не надо. Стоп, 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 стоп. Не-не-не, пожалуйста. Да стоп, ну чё ж ты не бежишь-то? Идем на подмогу. Как не очень удобно. Ну чё, давайте тогда мочить их этим. Во, вот этим. Бах! Мы идем с запада. Что ж меня там месит? Тяжеловес, что ли? Лови вот так. Еще лови. Так, с этим... Да, не очень круто получилось. Вот тут это, чтобы не отвлекал. 200 дали. Меня сейчас замесит. Я, блин, аванпост освободил. Как же они меня замечают-то? Да возьми уже пушку и... А, я контрол уже, точно. Другой возьми, ну что ж ты делаешь-то? Так, еще наемников можно? Будешь делать? Блин, да сколько же их, слушайте. Мне сейчас хана, смотрите, у меня хп 0. Что-то я завалил, ребят. Ну, не очень хорошо получилось. Помощь пришла! Мочи, давай ПП бери. Патрон вообще нет, как же так-то? Все, да, наконец-то. Ну все, будем теперь внимательнее, не будем... Это все из-за того, что я собак начал освобождать, я думал... Собаку. Это все именно из-за этого, если вы обратили внимание. Да, и, к сожалению, опыта намного не дадут. Всего 500. А так бы дали 1500, насколько я знаю. Так, а навыки, навыки, навыки у нас здесь. Нафига можем изготовить уже. Ставки время использования.
вот это берем. Так. Лет намного эффективнее. Так, это 3 стоит. Так, точнее... Точность стрельбы навскидку, без использования увеличен. Позволяет целиться и стрелять из пистолета во время перемещения стен. Ну, пока не нужны нам такие навыки. Так, надо собирать пушки, во-первых, заряжаем их. Так, все. Еще. Перезаряжаем. Так. Так, вот этого что у нас тут? О, пулеметик. Круто. Блин, а где патрон-то на него брать? Ну беги, давайте. Собаки, беги! Так, а если я вот так вот сделаю, смотрите. Нет? Давай, давай, давай! Тут, по-моему, да? Пополняется, да? Нет? Ну-ка еще раз кому-нибудь дойдем. Сейчас еще раз перезарядимся. Давай, давай, давай! Проверим. Вот, например. Не, не пополняется почему. Ну ладно, пока оставим тогда пулеметик. И давайте побежали. Побежали. Это что такое у нас? Просто, да, все. И всех вы получите. Если вас не... Ну, если не, не поднимите врагов. 200 очков. 400. А я 500, по-моему, получил. Ну. Так, а вот чё-чё-то у нас. Магаз, да? Так, где магаз? Вот это что? О, новое оружие разблокировано. Еще, еще круто. Так, ну давайте все. Ой, подождите, нет. А, в бумажнике нет места. Блин, слушайте, у нас, блин, во. Что это такое? Все, да, нельзя. Круто, вот это надо. Липкие гранаты. Так, ну нам ничего больше не надо, потому что у нас пока что ничего не будем. Но вообще снайперку хотел бы я взять. Так, продаем тогда вот. Чтобы продать, это классное такое. Ну вот, чуть такое продаем. Вот это тоже продаем. И нас, наверное, сейчас опиум. Давайте еще что-нибудь. Какой-нибудь филиал мы продаем. Агенты продаем. Все, нет места. Ну все, давайте тогда потом почитаем, что это аптечка. Давайте тогда таким вот образом сохранимся, если это можно так назвать. Так, ну че. Так, а сколько сейчас времени? День, нет? Enter. Сейчас посмотрим, что у нас там по времени. Я хочу, чтобы... Да, походу, я поздновато. А, нет, смотрите-ка, день. Круто. Все. О! Солнечно. Пока что. Это точно, вот сигналка-то, кстати. Так. Вот в чем прикол. Ну, я это помню, ну блин. Сразу-то можно хотя бы. А это что такое, кто у нас? Ну-ка. Свинка вроде, да? Ну-ка. Что ты делаешь? Давайте замочим, может быть, одну. Да не, нам свинья вроде пока не нужна. В любой момент придем. Все, в последующей серии мы будем играть компанию, нам далеко достаточно, и может быть вот такой крюк сделаем, захватим еще один аванпост и вышку, даже может быть два, не один, вот, и начнем компанию. Все, всем спасибо, друзья,
Как видите, вроде в этой серии у нас не было лагов. Может быть, это связано с тем, что я сразу включил компьютер, не нагружал его больше ничем и просто-напросто начал записывать. А вот, кстати, на Ютубе там проблемки с размытием. Когда я, допустим, играю, да, то в некоторых моментах размытие происходит. Картинки. Нечеткость. Не знаю, с чем это связано. Вот с лагами вроде более-менее разобрался. Видите, да? Это очень круто. Вот. Все. Всем, короче, удачной игры. И всем давайте. До свидания. Пока.